Как женатому, так и неженатому мужчине не разрешено смотреть на посторонних женщин. Людям следует бояться Аллаха и притуплять свой взор по отношению к запрещенному, поскольку повеление на это пришло в Коране и Сунне. Если мужчина женат, то ему еще больше следует остерегаться подобного, особенно перед женой, потому что такое поведение вызывает в ней сильную ревность и является несправедливостью, зульмом по отношению к ней. Мужчина, посмотревший на постороннюю женщину, должен покаяться перед Аллахом, пообещая жене, что подобного больше не повторится, и сдержать свое слово. Нельзя обещать и не выполнять, нужно обещать и выполнять обещания, и бояться Аллаха в отношении к той, которая находится рядом с тобой. Пусть мужчина ставит себя на место жены и представит, что она смотрит на посторонних мужчин, понравится ли ему это. Нужно относиться к другим так, как бы ты хотел, чтобы другие относились к тебе. Если тебе не понравится, что твоя жена смотрит на других мужчин, то и ты не смотри на посторонних женщин.